часто коротит проводка. В том году лично с соседом тушила, у нас уснул наркоман или бомж в пристройке, и начало гореть прямо под моей комнатой с ребенком. Подпорки мы поставили в связи с тем, что у нас провисают полы, у нас все рушится, мы боимся оказаться внизу, боимся, что кто-то упадет и будет чья-то смерть. Исходя аварийно 15 августа. Нет, там же потолок дырявый. Приехали 9 февраля, сказали, подготовьтесь с Пирогова. В марте выделят деньги, в апреле торги, в мае переселение. Теперь все, теперь неизвестно до какого срока. Ну вот так не получается, так мы же люди живые. Вы придите, проведите собрание и скажите, товарищи, не получилось. Ну вот, мы вас переселим, вот тогда.